Ад моманту, калі траву скосяць, да вывазу з поля лічаныя гадзіны. Сакрэты паспяховай нарыхтоўкі кармоў, парадак і выкананне тэхналогій і дробязяў тут не бывае. Ад гэтага залежыць, наколькі будзе збалансаваны рацыён буронак, а іх у гаспадарцы больш за 4600 галоў, з іх без малога 1700 дойны статак. Первоначально была засуха, дождей вообще не было, травы не росли, было холод и засуха. Но потом уже через ближе сюда к маю пошло тепло, появились дожди, влага, и быстро травы отросли. Буквально за 2 недели уже хорошие были укосы. У гаспадарцы ўжо завяршылі закладку другой сенажнай траншэі. Яе змяшчальнасць больш за 1700 тонн. Усяго ж нарыхтавалі 6 тысяч тонн сенажу. Яшчэ 5 плануюць закрыць падчас другога ўкосу. Гэтага хопіць, каб забяспечыць сябе якаснымі кармамі. Нарыхтуюць у гаспадарцы і 1000 тонн сена. Работы па першаму ўкосу амаль завершаны. Засталіся самыя складаныя ўчасткі. Напрыклад, гэта ўрочышча ў пойме ракі. В цэлым нармальна, даўно работаем уже. Так, уже заканчваем укос. Все прошло хорошо, укос был нормальный, техника выдержала, и погодные условия тоже не подвели. Зараз умовы надвор'я дазваляюць аграрыям працаваць актыўна. Сярод лідараў рэгіёна – паўднёвыя раёны – Камянецкі, Маларэцкі і Брэскі. Из видового состава, который представлен нам на первый укос, многолетних трав у нас имеется на кошене 90 тысяч гектаров. Из них порядка 70 тысяч представлены бобовыми и бобово-злаковыми смесями. Ну и 30 тысяч – это злаковые культуры. Остальные – лугопастбищные угодья, которые также представлены многокомпонентными сенокосными травосмесями. С первого укоса планируем заготовить порядка 6-7 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Данные объемы, которые мы планируем или заготовить, мы выполним в текущем году. Заготовим порядка 1 100 000 сенажа. Порядка 100 тысяч тонн сілоса, ну і сена порядка 50 тысяч планируем. Евгений Мороз, Юрий Плінда, телерадіокомпанія Брест.